Всем привет! Как вы уже поняли по названию видео, это блог. Мы с семьей едем в Турцию. Так как мы сегодня уезжаем, мы не пошли в школу. Мы, это я и моя сестра. Я проснулась, выспалась, сходила в душ, помыла голову. И сейчас мне надо собирать вещи, потому что времени очень мало. Я без понятия, что мне с собой взять. А времени нет, и мне надо очень торопиться, потому что все ругаются, ничего не знают, что брать, что нам нужно, что не нужно, что лишнего, что не лишнего. Сейчас я должна примерно собрать свою стопочку вещей, которые я буду брать, и дальше мы там уже будем смотреть, кому какой чемодан, что мы куда положим и так далее. Это наш маленький с Викой чемодан. Вообще у меня будет чуть побольше, а это будет Вики. Мы с Викой уже давным-давно собрали вещи. Нам уже скоро надо выезжать. Родители еще их дособирают, я вот пью кофеечек. Мы уже вышли, собрались. Мы с Викой купили жвачки. Вообще, мне сказали купить мятные, но мы купили всякие только можно. Потому что я вообще не люблю эту мятную от этой фирмы. Но гениально. Тогда надо было ее покупать еще. Мы уже приехали на вокзал. Вот наши чемоданчики красиво сидят. Не, в обсыкло, но красиво. Ай. Очень красиво. Скажи привет. Да привет, привет. Я еще раз снимаю, просто потому что я была в наушниках. И там, наверное, был плохой звук. Нормально? Да, нормально. Раньше. Сколько там времени? 7:30. У нас 8. Гости. Стоит на рельсах вопросик. А я сама не сочла. Как насчет того, чтобы побесить всех, кто тут стоит? Конечно, давно уже поехали. Так. Pretty girl, you like peaches. Soft tongue, it comes up. 입안 가득 번진 sweetness. Feels good to be the bad guy. 이미 삼켜버린 juice. 그 순간 깨져버린 룰. 용이 주고받는 비밀 아무도 믿지 못할
like peaches. Soft target comes up. Even got the bungee swing this. Feels good to be the bad guy. Нам через 5 минут нужно Мы приедем на ласточку. На вкус тоже. Сюда. Успей кошмар. Ну, можно уже, да? Да, пожалуйста. Наш вагончик, пока. На такси кто желает, да? Ну все, как всегда, все поменяли. Мы теперь идем на такси, не на ласточку, а на такси. Красиво. Боже, это просто рай для меня. Сколько же шоколада. Я уже тут 100 часов хожу, выбираю духи. Мне ничего не нравится. Причем я искала Том Форд. Тут нет тестеров. И что мне как бы делать? Короче, я понюхала всевозможные духи. Мне ничего не понравилось. Сидим, ждем. Мы прошли паспортный контроль, нас там буквально hello, hello. Говорят, это чё? Вы, короче, стало два посмотреть в камеру и все. Нас сейчас спросили, мы твинс, мы такие, потому что мы не близняшки, а двойняшки. Я не знаю, как это будет по-английски, ну почти одно и то же. Маленькие есть, наши вещи есть уже хорошо. А, это большой или средний? Средний. Так, тяжело вести. Мы уже вышли, посмотрите на эту красоту. Я не могу, знаете, для так. Мы сейчас идем к машине, нас отвезут в отель. Нам ехать где-то полтора часа.
Мы уже все собрались и сейчас идем на ужин. Почти разряжен телефон, еще буквально чуть, и он выключится, поэтому я почти ничего не сняла. В общем-то, мы покушали, посидели, нам купили сладости турецких, которые мы попробуем. Я потом подзаряжу телефон, скажу вам, что как. И сейчас мы идем обратно в гостиницу.